Всем привет! Сегодня будут факты о Гарселе. Видео получилось не очень длинным, но какое получилось, такое получилось. Ладно, давайте начинать. После того, как Гарсел расстался со своей женой, он начал курить. Потому что, когда он остался и пошел на следующий день на свою работу, по дороге он нашел сигаретку. Решил взять ее покурить. Хоть ее уже кто-то использовал. Он взял эту сигаретку и начал это делать. Кстати, вот эта сигарета, которую он сейчас курит, эта сигарета та самая его, которую он нашел на асфальте. Да, он, в общем, немножечко покурил. Ему это очень понравилось, это очень успокаивало нервы. И он решил бросить работу, уволиться, как вы понимаете. Когда он уволился со своей работы, то он решил пойти покурить кое-где в переулке ночью, чтобы еще себя лучше нервишки успокоить. Там вы уже понимаете, что он встретил бойфренда, они зарабатывались, потом Гарсел стал призраком, исчез. Но сейчас я вам расскажу, что он делал, когда он был призраком. Его пустили в рай. И в раю он, короче, там продолжал курить. Со сигареткой. Да, он нашел там тоже сигаретку ту же самую. У него в кармане была та же самая сигаретка, когда он уже был призраком. Потом через примерно год, ну, вы понимаете, что есть продолжение возвращения Гарсела, и вы понимаете, что он вернулся. И, в общем, после... после того, как он вернулся, спустя год он все-таки решил вернуться. Ведь его пустили погулять в настоящем человеческом мире. И, в общем, он там решил пойти именно к бойфренду. А бойфренд тем временем привел всех своих друзей показать Гарсела. Он вообще не думал, что встретит Гарсела. Но Гарсела сам решил к нему прийти. Да, бойфренд очень этому обрадовался. Ну, и потом вы понимаете, там все они там поговорили, порабатывались. И, в общем, все такое. Что ж, ребята, если вам понравилось это видео, забывайте, пожалуйста, на колокольчик, чтобы смотреть новые видео. Ну, или факты о каком-нибудь еще. Если комментарий там будет не включен, то пишите, о ком мне еще там пофактовать, о ком мне еще сделать факты, пишите в комментариях, если там будут не отключены. Если будут включены в этом видео, тогда в следующем напишите, по кого мне сделать факты. Вот в этом видео я придумал сделать факты про Гарсела. Вы пишите, по кого мне еще сделать факты. Да, в комментариях. Ну, вы, в общем, поняли. Ладно, с вами был я, Руслан. Всем пока-пока! Так.